Министерство иностранных дел Приднестровья. Тема в канун выборов вынужденная. Нарушение прав со стороны Молдовы. По вопиющим фактам запрета и депортации представителей Российской Федерации, я считаю, нам надо консолидированно сделать обращение в Комитет по правам человека при Организации Объединенных Наций, комиссару по правам человека Совета Европы, генсекретарю ОБСЕ и сделать это консолидированно всем тем нашим друзьям, политологам, экспертам, журналистам, которые не смогли приехать в Приднестровье по абсолютно надуманным причинам. Мы поддержим такое обращение и заявление. Жители Приднестровья не должны, еще раз повторю, быть заложниками политических амбиций или каких-то фантомных иллюзий элит в отдельном взятом государстве. За несколько дней до выборов Молдова развернула как минимум 9 российских общественных деятелей, ученых, экспертов и журналистов. Их просто не пустили в Приднестровье без объяснения причин. С одной формулировкой на всех – не объяснили цель приезда. Это нельзя назвать иначе, как блокадой. В наше время говорить о блокаде по политическим моментам практически в центре Европы очень страшно. Не пустили к нам и Павла Пожигайло, это член Общественной палаты России. Его в аэропорту Кишинева продержали более 8 часов. Дальше домой, в Москву. Я обращаюсь к политической элите России. Нужно принять какие-то жесткие меры. Вот Россия дала Молдове скидку на газ. А зачем Россия ее дала? Чтобы российские наблюдатели испытывали сейчас это унижение в Кишиневском аэропорту? Не пустила Молдова и российского правозащитника Александра Брода. Противоправные действия не должны оставаться без реакции. Я намерен в понедельник обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека, в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций, указать на противоправные, абсолютно пещерные, дикие, нецивилизованные меры молдавских властей. Не считаю, что эта реакция будет оперативной и быстрой, но еще раз, я думаю, привлечь внимание общественности, международного сообщества к этим действиям Молдовы. Лучший ответ на действия Молдовы – прийти на избирательные участки. Такое общее мнение выразили участники круглого стола в МИДе.